Проведение фестиваля «Одаренные дети Подмосковья» стало для нашего района доброй традицией. За 20 долгих и продуктивных лет конкурса путевку в прекрасный мир музыки получили около 40 тысяч талантливых ребят. В любом случае, они будут помнить, как это было. Часть из этих детей пойдет уже на профессиональный уровень. Как раз именно касаемо искусства, музыкального искусства или другого какого-то искусства, которым они обучались. И уже на профессиональном уровне они возвращаются к нам, будучи преподавателями в тех же музыкальных школах, музыкальной школе, в которой мы находимся, в школах искусств. Так как этот год в нашей стране объявлен годом кинематографа, то начать масштабный конкурс решили с подарка от преподавателей музыкальной школы. Они подготовили концертные выступления на различные темы к советским кинокартинам. Максим Стрельников и Антон Степанов покорили зрительный зал проникновенным исполнением романса Шостаковича из фильма «Овод». Как взрослые исполнители в качестве достойного примера показали свое вокальное мастерство, был дан старт конкурсному марафону юных певцов и певиц. Я похожа на зайца, прыгаю как заяц, пугаю зайцев, и уши такие как бы. Ну, в общем, я такая же озорная. Когда была зима, я очень захотелось, чтобы я была королевой, королева русская, зима пела. И вот, да, я сейчас пою. А в школе, ну, я самая умная. Ух ты. Да. Я читаю быстро, пишу без кляксы, но и у меня только пятерки. Солисты выступали в разных возрастных группах. Начали конкурс самых маленьких, 7-летних участников. Маленький, но очень важный артист Николай Чекушин исполнил песню про командира Щерса. Композиция с мужским характером про героя гражданской войны очень подошла мальчику по боевому настрою. Я очень старался, чтобы я получил гран-при или первое место. Когда я буду большой, я буду военным. Я очень хотел, и поэтому я выбрал военную песню. Отыскать среди сотни выступающих настоящий талант не так-то просто. Эта ответственная задача лежит на плечах членов жюри, преподавателей по вокальному искусству разных институтов. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».